Обследовано уже 100 километров линий электропередач. В Пинежском районе продолжается борьба с последствиями сильнейшего шторма. Без электроснабжения оставались 30 населенных пунктов, 18 работы завершены. На сегодня удалось также восстановить электричество в Городецке и Острове. Практически завершен монтаж линий в селе Сура. На месте работает 90 человек и 27 единиц техники, от МЧС 21 спасатель и 3 спецмашины. Регистрировались порывы ветра до 34 метров в секунду, были поварены деревья. В связи с этим для ликвидации последствий прохождения циклона в данный район была направлена аэромобильная группировка Главного управления с целью оказания адресной помощи населению, уборки деревьев, расчистки дорог. С данной задачей группировка справилась. В 12 населенных пунктах, где нет света, организована работа бензогенераторов, которые обеспечивают энергией в том числе магазины и больницу. Отметим, что проезд обеспечен ко всем населенным пунктам.